Ты готов? Да. Расскажи, пожалуйста, когда произошло задержание и как быстро отреагировали? Задержание произошло 7.05.23.30. При проведении мероприятия особой сложности была получена информация о задержании автомашины водителя 7.15. Незамедлительный экипаж ДПС выехал на предполагаемое место, где была задержана автомашина. В ходе осмотра данной автомашины при задержании преступников было обнаружено пистолет Макарова, минимум 5 патронов, также изделия золотые, которые были похищены. Ну вот как вы сработали? Только получили сигналы, тут же выехал патруль. И как это все происходило? При получении информации экипаж выслался в предполагаемое место. И буквально в течение 20 минут была задержана эта машина. Информация, которую получила. То есть очень оперативно, да, сработали? Я считаю, достаточно оперативно и грамотное действие сотрудников. Представляете? Начальник ОИБДД, Ворочевском районе, на моем месте. Имя? Александр Михайлович. Александр Семенов. Все. Даже... Просто семей, может, это самое. Наташа, туда смотри, ты что-то так же видно тебе было, так пиши, да, вот так вот. Машина проезжает, попробуй убить. Убирай, попробуй. Выпускай, стой. Тут, машина проезжает. Бери аккуратно, вот так вот, ага. Вот так вот, вот так аккуратно.